Сейчас на латвийских дорогах установлено 42 стационарных фоторадара. Последние два поставили в январе на островном мосту в Риге. И статистика нарушений тут же пошла вверх. На островном мосту радар фиксирует больше 200 случаев нарушения скорости каждый день. Но в целом средняя скорость на мосту после установки радара уменьшилась. За весь прошлый год стационарные фоторадары зафиксировали 97 тысяч нарушений. Общая сумма штрафов – 3 миллиона 700 тысяч евро. Две трети водителей-нарушителей уже оплатили. Больше всего нарушений фиксируется на Южном мосту, еще на улице Бреевас в районе Шмерлис и на улице Юглас. За пределами города рекордсмен – радар в районе Светцемса. Там в день фиксируется больше 70 нарушений. При этом сами водители признают, да, штрафы получать неприятно, но в целом установка радаров хорошо влияет на безопасность. Кто не нарушает, ему не мешает. Вам не мешают? Нет, абсолютно. Штрафы не приходили? Нет. Меньше нарушают намного. Хоть как-то народ себя сдерживает. Я аккуратный водитель, и за что остальные также ездили, они носились сломя голову. До 2018 года на дорогах Латвии всего будет установлено 100 стационарных радаров. В планах на отдаленное будущее установить на трассе Тыныжи-Кокнеса систему point-to-point, когда скорость транспорта фиксируется не в каком-то отдельном месте, а на большом участке. Но пока финансирование на эту систему не предусмотрено. Маша Иванова, Инц Иванс, Русское вещание, ЛТВ-7.